Привет, мои уважаемые зрители, с вами дядя Вася, и сегодня у нас очередная посылочка из Китая, с сайта AliExpress. Сегодня к нам приехал обратный клапан, которому понадобилось 30 дней, чтобы попасть в Украину, в город Харьков. Стоит он 56 центов, это две штучки. Давайте распакуем, посмотрим, что тут, да как. Такие два обратных клапана. Которые пропускают воздух в одном направлении и не дают ему обратно возвращаться. Вот стрелочку пытаюсь найти и что-то не могу найти ее-то. Без стрелочки, конечно, я-то в курсе, как подключать. Вот сюда, в эту сторону оно будет идти. Обратно оно уже не пойдет. Для того, чтобы себя же проверить, вы можете подуть. Если в одну сторону вы дуете, воздух проходит, а в другую дуете, воздух не идет, то значит в этом направлении и должен идти воздух. Вот в том направлении, откуда дуется. Служит это для того, чтобы, например, вода с аквариума не попадала в компрессор, чтобы когда у вас выключают свет, может произойти так называемый подсос. И вода может пойти обратно в компрессор и может залить вам его, поломать. И так немножко подтопить вас. Чтоб не было этого, ставится вот обратный клапан. Также он используется в системе CO2. Когда вы делаете эту систему, то там для того, чтобы газ шел только в одном направлении, вам надо применять вот такие обратные клапаны. На этом все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Ссылка будет в описании под видео. Не забывайте поставить пальцы вверх. Кто не подписан, обязательно подписываемся на канал Дяди Васи. Смотрим другие видео на канале и ожидаем выхода следующих видео. До новых встреч. Пока-пока.